мной, на водных лыжах ты летишь, за спиной остался след от водных лыж. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» в минувшее воскресенье состоялся концерт эстрадно-духового оркестра, посвященный столетнему юбилею Арно Бабаджаняна. Для музыкантов и солистов коллектива, уже более 20 лет выступающего перед благодарными слушателями всего Подмосковья, творчество Арно Бабаджаняна – источник и вдохновения, и творческого роста. Наш Щелковский духовой оркестр очень любит этого композитора. Часто во многих концертах используем его музыку. И сегодня вот такой вечер, посвященный памяти этого великого человека. Мы постарались выбрать самые лучшие, самые полюбившиеся слушателям произведения, которые, скажем так, мне кажется, будет приятно вспомнить всем поколениям, потому что музыка Бабаджаняна, она вечная, то есть она живет десятилетиями, годами, то есть это, когда хорошая музыка, в общем-то, она живет вечно, скажем так. В Щелковском театре концерт в честь столетия Арно Бабаджаняна посвятили открытию очередного театрально-концертного сезона. На вечере прозвучали мелодии композитора, которые памятны всем. Это «Ноктюрн», «Год любви», «Воскресенье», «Улыбнись», «Верни мне музыку» и другие. Вечер памяти композитора получился душевным и запоминающимся. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.